Всем привет! Мы продолжаем серию видео о том, сколько можно приобрести того или иного продукта на минимальную зарплату в России и в Турции. И сегодня мы будем сравнивать, сколько можно приобрести картофеля на минимальную зарплату в этих двух странах. Итак, в России минимальная зарплата, исходя из данных интернета, составляет 13 890 рублей. 1 килограмм картофеля в России стоит примерно 70 рублей. На минимальную зарплату можно приобрести 198 килограмм картофеля. Зарплата в Турции, исходя из данных интернета, составляет 4253 турецкие лиры. 1 килограмм картофеля в Турции стоит примерно 9 лир, или же 35 рублей за килограмм. На минимальную зарплату можно приобрести 473 килограмма картофеля. Проведя несложный расчет, можно выяснить, что в Турции на минимальную зарплату можно приобрести на 275 килограммов картофеля больше. Если вам понравилось это видео, не забывайте ставить лайки, подписываться на наш канал. Также я приглашаю вас в комментариях, там вы можете предложить следующую тему для видео, для сравнения, а также написать свое мнение по этому поводу. На этом хорошем моменте я с вами прощаюсь, до новых встреч!